Еще одна информация про шахту Литвяжная. Хотели закрыть эту шахту Литвяжную и задали вопрос жителям, но они отказались. Они не хотят, чтобы закрывали эту шахту, потому что им негде работать. Поэтому на данный момент, пока возобновление добычи пока не ведется, но пока думают в отношении этой шахты, идет следствие, пока горнякам негде работать, они без дела. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будьте в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом.